В день Радоницы митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий возглавил божественную литургию в храме Собора Святых Среднеазиатского митрополитчьего округа на кладбище Уртасарай Ташкентской области. Архипастырь также совершил поминовение усопших. За богослужением были вознесены сугубые молитвы об упокоении всех от века скончавшихся христиан, отец братьев и сестер, а также вождей воинов, воинов за веру, отечество и народ жизнь свою положивших и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов. По окончании богослужения архипастырь совершил заупокойную панихиду пасхальным чином. В своем архипастырском слове владыка митрополит Викентий подчеркнул важность пасхального дня поминовения усопших не только для тех, кто отошел ко Господу в вечность, но для нас, ныне живущих на земле. Наша жизнь земная – это приготовление к вечности. И насколько мы готовимся к вечности, настолько мы и получаем то или иное благословение Божие на вечную жизнь. Но если мы эту жизнь земную провели беспечно, то, конечно, ждет нас вечное мучение, адские мучения. Но вот, несмотря на это, наша церковь, православная церковь, имеет силу, власть молиться за усопших, чтобы их Господь простил и избавил их от вечных мучений. И поэтому мы совершаем такие божественные службы в день поминовения усопших после Пасхи, чтобы Господь, который победил смерть, победил дьявола, победил грех, умилосердился бы над всеми нашими предками, которые в этой жизни не смогли подготовиться к вечности.